Доброго времени суток. Сегодня я достиг заметных успехов вот с этой вот конструкцией. Потому что, как вы видите, оно подключено не к обычной RDI, ну, к этому, к Юншилду. Айдуина Юншилду. То есть... Я не только настроил термометры Dallas DS18B20 и подключил релюшки, но я он еще научил их щелкать, по крайней мере, одну от фотодатчика. Когда вот он попадает в тень, он включает реле. Разобрался, как это делается. И, как вы понимаете, я смог настроить вывод в сеть. Во-первых, у меня работает камера, подключена флешка, то есть работает в нормальной конфигурации Arduino Shield. И он через него я смог научиться подключаться удаленно, потому что я разобрался, как подключить библиотеку Bridge и консоль в Arduino IDE, в программе, как все это установить, настроить. И теперь у меня можно смотреть удаленно показания датчиков моих. Вот они выводятся в реальном времени. Я вот могу вот этот вот датчик погреть рукой, вы увидите, как будет у него расти показания температуры. И это все через Wi-Fi работает. Через Shield подключен айдуиновский к роутеру, ноутбук тоже к роутеру. И вот с ноутбука так вот могу смотреть, как меняются показания. Вот DS18B20 не нагретый, который в виде транзистора на маленькой платке. В нем 23 градуса, а у того, который я грею рукой, который для грунта, там, для таких вот вещей, но он температура уже 32 градуса почти. Я его отпускаю, все. Также он показывает, что датчик влажности в ошибке. И показывает вот аналоговые датчики, про которые я уже рассказывал. Вот такой вот у меня небольшой успех. Так что надо, чтобы было дальше, надо, чтобы было больше. Буду разбираться дальше. Как все это настраивать, программировать. Всем удачи, всем пока. До новых встреч. Такое вот небольшое видео.